Вы знаете, большое количество людей похоже на скаковых лошадей. Они скачут в одном, у них вот на глазах шоры такие. Они не видят ничего, кроме своей работы, кроме приказов начальства. И они идут в ту сторону, куда их направляет всадник. В большинстве случаев это работодатель. Пройдет какое-то время, всадник достигнет своих целей и отпустит лошадь саму устраивать свою судьбу. Это как раз та ситуация, когда человека увольняют. Вы знаете, самое обидное в этой ситуации, что несмотря на то, сколько ты лет отдал наемной работе, год, 3, 5, 10 или 20 лет, как только тебя уволили, ты перестаешь иметь всякое отношение к результатам своего труда. Поэтому рано или поздно все люди приходят к тому, что развивать свое дело, развивать свой проект, это гораздо результативнее, гораздо перспективнее, и это гораздо более благодарное дело, чем развивать проекты чужим. Я могу сказать так. Когда человек работает, он работает на чужие цели. Когда человек трудится, он трудится над реализацией своих. Поэтому, если кто-то из вас, так же, как я когда-то, сейчас стоит на распутье, я могу сказать, вы можете смело выбирать свое дело, потому что это будет всегда перспективнее и благодарнее, нежели работать на кого-то. Я еще добавлю к предыдущей фразе. Помните, друзья, уволят всех. Рано или поздно уволят всех.